Друзья, всем привет, с вами Ваня Зданюк. Сейчас мы находимся в Минской арене, где проходит фан-встреча группы «Север-17». Сейчас мы спросим у поклонников, которые пришли на фан-встречу группы «Север-17», что они ожидают от сегодняшнего вечера. Привет! Просто не к нам, пожалуйста. Почему не к вам? Вы пришли на мероприятие группы «Север-17» на фан-встречу? Да, на фан-встречу. Какие вам нравятся треки «Север-17»? Скинули, потом песня. Вот это мои самые любимые. А самая-самая любимая, вот, которая прям пуф, вырывает у вас сердце? Наверное, «Скинули бабки». «Скинули бабки». Сегодня будете петь? Да, конечно. Подпевать. Автограф будем брать? Конечно. Вопросы у вас есть какие-то для «Север-17», которые вы будете задавать? Нет вопросов. Просто вот пришли посмотреть, впечатлиться, послушать хорошую. Хотите ли вы вместе спеть с группой «Север-17»? О, нет, я стесняюсь. Друзья, вы готовы? Да! Давайте покричим: «Север-17». «Север-17! 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 Отлично, поехали. Девочки, кто из группы «Север-17» вам больше всего нравится из парней? Данил. Почему? Просто симпатизирует. Симпатичный, более симпатичный, да, чем Женя? Харизматичный. Отлично, спасибо большое. Ребята, привет! Как настроение? Настроение отличное. Как вы думаете, сколько пришло человек на вашу фан-встречу? Четыре. Ну, сейчас вы просто офигеете, когда увидите, сколько там людей. Погнали! Ребята, к нам приехал Минск, ликуйте! Север! 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 Кричим! Север! 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 Погнали! Вперед! Север! Север! Давайте сейчас покричим: «Север! Север! 17! 17! Давайте так, я кричу «Север», вы кричите 17! Север! 17! Север! 17! Север! 17! Север! 17! Юг! 17! Все, друзья, «Север 17», аплодисменты! Зена, Даниил Рувинский и Женя Пафилова! А сейчас мы посмотрим, чему научились ребята на фан-встрече. Пистолеты не стреляют. Я обойму заряжаю. Бабки трачу, не считая. В эти игры не играю. Пистолеты не стреляют. Тебе понравилась фан-встреча? Да, очень. Ты еще хочешь? Да. Мы будем ждать, когда «Север 17» приедет еще раз к нам в Минск, и ты обязательно к нам придешь, да? Да. Пистолеты не стреляют, пау-пау-пау-пау. Я обойму заряжаю, пау-пау-пау-пау. Бабки трачу, не считаю, пау-пау-пау-пау. В эти игры не играю, пистолеты не стреляют. Нам очень понравилась фан-встреча «Север 17», и мы в скором времени хотели бы еще раз с ними встретиться. Такая атмосфера мне очень нравится. Спасибо. И мне тоже. Привет, как тебя зовут и понравилась ли тебе фан-встреча? Привет, меня зовут Дима. Мне очень понравилась фан-встреча. Сам я из Борисова. Можешь ли ты исполнить какую-нибудь песню, которая сегодня прозвучала в исполнении «Север 17»? Конечно, могу. Какую? Пистолеты. Давай, вот даю тебе микрофон. Пожалуйста, спой нам этот трек. Пистолеты не стреляют, пау-пау-пау-пау. Я обойму заряжаю, пау-пау-пау-пау. Бабки трачу, не считая, пау-пау-пау-пау. В эти игры не играй, пистолеты не стреляют. Просыпайся.
купаться с тобой в постели. Это высшая в мире награда. И всегда мы вдвоем хотели, чтобы каждое утро рядом и пухом. Кофе, колонка погромче, там от севера новый рэпчик. Я хочу без тебя день короче, я с тобой хочу дольше вечер. Когда свет роняет на окна солнце, мы рядом. Когда сил нет, она улыбнется мне и будет рада. Когда тебя нет, я все вспоминаю моменты, когда мы вместе. Когда меня нет, останется рядом с тобой моя песня. Давай, Данил. Утро с тобой, вся жизнь я ставил.